Azərbaycan təbiət gözəllikləri ilə zəngin bir ölkədir. Cənubi Qafqazdan olan musiqiçilərlə birlikdə mən 7 tipik landşafta yollandım. Biz təbiətdən ilhamlanmaq və musiqi axtarmaq istəyirdik. Yekin olaraq bu musiqi ideyaları studiyada işlənib yazılmalıdır. 2 həftə ərzində mən öz musiqiçilərimlə birlikdə bütün Azərbaycanı gəzdim. Biz musiqi layihələri və piyeslər üzərində işlədik. Biz meşələrdə gözəl yerlər özümüzə kəşf etdik. Bataqlıqlar, dağlar və səyralar gördük. Gəlin bura, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, 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 gəlin. Okay. Zonçik interesni. Музыкант, музыкант. Кем вар музыкант? Музыкант вар? Ман вар. Кем ты музыкант? Ман. Кетер оно. Кетер оно. Йо, оно. И так делай. Пир, пир, пир. Эй, ара кетсы, ара кетсы. Йо, эй, ара кетсы. Я бра. Чалачаксам. 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 Музыка, музыка, музыка. Музыки чалы, найс чалы. Bizim nəsli 8-ci nəsli var. Bunlar 8-ci nəsli. Bu nəsli, deməli, 1725-ci ilə qədər bu tükanda işləyir. Bu tükanı görürsən? 1700. Burada mən 50 nə usta görürəm. Sözlər elə ki, usta yox, bizim kimi yox. Dərqət ustalar. Mən ustaların içində büyümüşəm. Deyib ki, mən də filan şey eləmişəm, filan şey eləm, qaçmamışam o tərəf tərəf, eləmişəm, ona görə öyrənmişəm bunu. Это тоже звуки. Да? Так, поможете? Как? Кремеляйсіз. Принеси молоток. Я да? Давай. Возьми молоток. Вот здесь, да? Вот там. Вот здесь, окей, супер. Сделаем такое. Вот так. Не-не-не, один просто. Один. Вот. Тук. Тук. Эй. Тук. Просто посчитайте ровно, да? Раз. Ага, есть. Не-не-не, один раз. Тук. Один раз. Тук. Тук. Вот так. Да. Нет. Еще быстро, да? Ага, есть. Давай, давай. Ну, не громко.
Hello. Bu ideya məndə uzun müddətdir ki, var. Bu fikir həmişə ağlımda fırlanırdı. Mən təbiətlə mübadilənin axtarışındaydım. Təbiətdə bir əsər yaratmaq istəyirdim. Amma mən gözləmirdim ki, bu qədər gözəl və maraqlı olacaq. Mən özüm üçün çox şey kəşf etdim. Təbiətdə Azərbaycanın bütün gözəlliyini tapdım. Orada mən nə qədər maraqlı elementlər, səslər, rənglər və fərqli rəsimlər gördüm. Və bütün bunlar əlbəttə ki, mənə bu musiqini yaratmağa kömək etdi. Вот что-то в таком духе надо будет. Инструмент как лед. Мокро очень. Холодно. Холодный как лед. Я играть не могу, у меня руки заняты. Приехали на вулканы,
Я первый раз вижу такую вещь, да? Это маленькая планета, планета вулканов. Очень необычно. Это... Каждый из вулканов, они живые, они дышат, они разговаривают. Мы там услышали музыку, это просто было невероятно. Это вулканы такие звуки издавали. Идея заключалась в том, чтобы найти необычные звуки в природе и это как-то свести с музыкой. Сделать так, чтобы это было одно целое. Ясап көрен, істеді сойықты. Бақ, бір бақымда. Сойықты. Сойықты. Точно. Ой, да, опасно. Илях, арах, хастелікті заттан кедір. Гәл, әгәл, айын. Кетті, гәліп, бізі бақ. Давай, Ясап, попробуем. Паштет, кюрехте, сестерда, ха. Йо, бізді солда қалырық, солда қалырық, солда баштырық. Ну, а вы с ноги тут, да, да. Бери сахлиста, да, да, да. Thank you.
Давай еще раз. Играли на лодке, вроде было все сухо, и пока мы начали играть, пока мы нашли что-то, какую-то музыку, мы оглянулись, что наши ноги в воде, оказывается, просто это было невероятно. Природа давала нам шанс, но она говорила, что нет, много я не даю вам шанса. Все это повторялось 7 раз. Все это повторялось 7 раз. Это было невероятно. White birds. Естественно, я бы не смог бы это один сделать. Очень было интересно создавать этот проект с разными музыкантами, которые приехали с разных стран. С Грузии, с Швеции. У меня есть музыкант с Японии. Конечно же, уже с Азербайджана. Thank you.
Her tarafa bak da belki nasıl görürsün o tarafa bak. Ha, buraya bak, orada. Bak, orada. Ha. Görsen ha? Ben de yanımda. Mahmud. Налить тебе чай, так? Давай. На, яхший чай. Яхший чай. Спасибо. Чего? Чего солод? Спасибо. Приходи, как волна, да, как... Может, иногда больше затянуть. Thank you.
Yılana baktın mı diyorsun? Zehir olmaz, bu su yılan olur. Korkmayın, korkmayın. Oh! Oh, başına, başına, başına. Мы приехали в невероятно интересную точку Апшерона. Это, оказывается, был именно тот уголочек, где Апшерон загибается, заворачивается. Мы были на самом краю Апшерона.
принципе, пришла в голову ладовая музыка, но позже, после того, как мы вернулись домой, прошло какое-то время, я послушал запись, и невероятно, тут же мне пришла мелодия. Позже, конечно, здесь, в студии, мы с ребятами передали это состояние. Состояние того именно уголка Апшерона. Necəsiz? Hoş gəlibsiz. Sağ olun. Allah kömək olsun. Salamat olasınız. Neçə övladınız var? Çox olar. Uşaqlar neçə? 4 oğlan, 4 qızlar. Maşallah. 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 Neçə nəvə var? Neçə nəvə? Nə bilim 20 neçə nəvə var? Oğuz gedir. Necə bilmir dəqiq neçə. Allah saxlasın. 22 nəvə var. 22 qram çıldır. 13 dənə natınca. Ey çıldırım 22 qram çıldır. Allah kömək olsun. Hoş. Çox xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Biz də səni gördüyünə şad olduq. Sağ olun. Sən can sağ olun. Var olun. Sağ olun.
Конечно же, мы не смогли бы передать, сыграть так, как мы сыграли здесь эту музыку, передать то состояние, которое мы испытали там, на ветру, если бы нас не было бы там, если бы мы этого не увидели бы, мы не смогли бы сыграть так. Было бы абсолютно другое. Другое состояние, другое измерение, другая музыка. Тот знойный ветер с песком, с камнями в лицо. Мы бы не смогли бы это передать, если бы мы этого не увидели бы и не почувствовали бы.